яйца кидать. Черт, Серан Десграсиадос, сейчас я им задам. Слушай, вставайте, не бей. Получи, придурок, на орехи. Слава богу, что торренты здесь. За Испанию. Кажется... Ах, что... Идем, Чарли. Следуй за мной. Сюда пришел Торренто, душа компании. Ах, что за черт? Не торм... Что вы собираетесь со мной делать, сопляки? Не играй с Торренто, парень. Черт, мне... А! Извини. Венга, Торренто, венга. Найди второй тортик и отнеси его в ресторан, который находится в конце улицы Алькала. Дьяволо! Такой же ресторан, как раньше в гостинице. Должно быть, у мафии даже нет денег на краску для граффити. Мне больно! Ты здесь полным-полно узкоглазых. Коно! Да ты можешь... Серан Десграсиадос сейчас бьется нам. Мне больно! Да здравствуй я, могучий, вонючий и волосатый Торрент. Ах, что за черт? Конор, да ты можешь только тухлые яйца кидать. Оле-оле-оле! Ура моей мамочке! Когда
Когда у тебя будет в руках третья бомба, отнеси ее в ресторан, который расположен в конце улицы Сеустет. И поторопись, толстяк, они действуют очень быстро. Эй, не хамил бы ты мне, да? Посмотрим, что будет, когда... Ходер, мы что, в Сайгоне? Идем, давай поработаем. Ай! Серан Десграсиадов сейчас бить. Мне больно! Ай! Давай, слопа! Не мешайте! Что за счет? Ай! Черт, мне больно! Давайте идем, Чарли. Следуй. Не согрешишь, не покаешь. Черт, мне бог! Тихо! Проходите, проходите! Найди четвертый тортик и иди к Мадрид де лос Аустриас. Там они держат еще один ресторан. Оставь его на пороге и не задерживайся в баре, чтобы перекусить. Это не место для отдыха. У этих людей... Что за счет? Здесь пол... Сера! Черт, мне больно! Макс! Thank you.
что за счет? Ай! Кажется... Ай! Черт, мне больно! Ах, что за счет? Да здравствует Пекин! Тебе остался только Ходер. Один тортик. Мы что, в Сайгоне? Когда его найдешь, ты должен будешь пройти до конца улицы Хургена Клисмана, про которого никто ничего не знает. Действительно, кто это? Но там находится последний ресторан. Сюда пришел Торренте, душа компании. Ай! Черт, мне больно! Ах, что за черт? Сарандес Грасьянов сейчас едет. Ай! Коно! Да ты можешь только тухлые яйца кидать. Сарандес Сарат! Ай! Черт! Ах, что за счет? Ай! Коно! Да ты можешь только тухлые яйца кидать. Идем, давай поработаем. Ах, что за черт? Идем, Чарли, следуй за мной. Ай! Черт, мне больно! Ах, что за черт? Ай! Оле-оле-оле, ура моей мамочке. Надо сделать кое-какие покупки в торговом центре. Там можно найти что угодно, и при том хорошего качества. Хотя некоторые торговцы не смогли выдержать рэкет и вынуждены были закрыться. Что еще можно сделать, когда бизнес не приносит прибыли? Но берегитесь, подонки. Китайская мафия терроризирует мелких коммерсантов, дела которых пошли совсем плохо. Кабардес. Ее прикрытие — это китайский ресторан, который ты должен взорвать с помощью двух чудесных бомбочек и смотри, чтобы никаких дебош и обжорства на месте операций. Хе-хе-хе-хе.